Мой путь в бизнес начался 6 лет назад, когда у меня появился второй ребенок. Я была в декретном отпуске. У меня были занятия фитнесом, которые я хотела вести сама и, в общем-то, это и делала. Не хотелось уже возвращаться в найм, так как было хобби, которым я увлекалась, такие занятия спортом. Появилась идея создания центра. Мне захотелось в тот момент сделать такие условия для своего ребенка, которые были бы именно с моей любовью, с моим вниманием. Я поняла, что это хороший бизнес-проект, что это классная идея. Можно принести здоровье ребенку, можно заниматься с самого раннего возраста и еще давать определенные качества, которые он именно на занятиях может получить. Очень быстро развивалась сеть, и сейчас у нас 4 филиала в городе Барнауле. Все исключительные, красивые, разные. Когда ребенок попадает к нам, у него такое ощущение, что он находится на море с различными такими интересными героями морскими, которые его увлекают. В ближайших планах это масштабирование и открытие по франшизе в других городах таких центров, которые бы хотели другие предприниматели делать именно детский бизнес, потому что качественная услуга, потому что мы больше 6 лет уже работаем, выработали такую определенную бизнес-модель и хотели бы этим делиться. В этом году, конечно же, оказало влияние ситуация с пандемией, да, мы были одни из тех, кого дольше всех держали в закрытом состоянии, да, 5 месяцев получилось, что мы не работали, не было прибыли, хоть была и поддержка оказана нашей сфере от государства. Можно сказать, про это время мы выжили. Есть свои плюсы, то, что мы проверили себя на прочность, то, что мы стабильны, и есть свои, конечно, недостатки. Команда, та, которая у нас была, нас поддержала, но остались не все члены команды. Только сейчас, можно сказать, ну, наконец-то мы начали работать. Про себя могу сказать, что я такой человек, который долго не думает. Он берет и делает. Тебе страшно, тебе некомфортно, тебе неохота выходить из зоны комфорта. Но ты перестаешь об этом думать, бежишь и делаешь. Для меня быть предпринимателем в первую очередь – это быть самим собой, быть свободным в принятии решений, возможности общения, возможности именно поделиться своими ценностями. Так наша сеть «Семейный бассейн» с любовью и заботой к семье и детям оказывает услуги в нашем городе. Я этим горжусь.